Гайд. Итак, у меня стоит задача. Вот у меня есть девушка. Вот такая. Размер этого изображения 1280 на 1920. Но это не изображение, это видео. Ну, вот это конкретно вот это картинка. А вот верхняя, это уже видео. Ну, это, собственно, нюансы. Размер верхнего видео 512 на 512. То есть они разного размера и не совмещаются друг с другом. Видите, да? Мне нужно... Но вот верхнее видео это клон, вырезанный вот этот отсюда. Короче, мне надо совместить верхнюю картинку с ее головой. Грубо говоря, голову с головой, да? Но если я буду делать это в окне превью, это будет крайне неточно. Так, во-первых, делаем так. Запоминаем вот этот размер, Ctrl-C, Match Output Format, и потом сюда же вставляем Ctrl-V. Теперь мы можем спокойненько увеличивать. Видите, она теперь за пределы заходит и без проблем. То есть если я начну вот так совмещать ее голову, да, то я ничего не увижу просто. Ну, то есть я примерно могу поставить, а точно не получится. Так вот, видео про то, как мне увеличить этот самое окно превьюшки. То есть если я сюда нажимаю, видите, что получается, и передвигать я его тут никак не могу. То есть мне голова нужна, а мне жопу показывают. Вытаскивание вот этого окна из своего гнезда, оно тоже не помогает. То есть если я вот так вытащу, это ничего не дает. Блин. Теперь вот его еще на место надо поставить, не запаришься. Ctrl, удерживаем и вот сюда вот перетягиваем, вон. То есть этот скейл ничего не дает. Поэтому делаем, смотрите, как хитро. Берем вот эту нижнюю картинку, сюда вот нажимаем, и нажимаем Make Compositing Shield. Мы объединяем вот эти два слоя этим действием. Вот у меня уже тут настроено, а вообще по умолчанию вот так было. Вот. То есть вы когда сделаете, у вас вот так будет. Make Compositing Skill, потом жмем вот на эту кнопку. Что там? Parent Motion. Вот. И здесь увеличиваем размер, и здесь можно двигать уже. Вот так вот двигаем. Приближаем, как нам надо, настраиваем. Так. Ну, чтобы видно было, да? Ну, вот так вот оставим пока. Все, теперь заходим вот сюда. И спокойненько начинаем уже ее приоттачивать. Единственное, что... Если вот я на эту кнопку теперь нажму, то есть, ну, закрыть верхнее, оно оба закрывает почему-то. Ну, ладно. У нас вот ползунок есть. Так, ползунком 50% выставляем. И начинаем подгонять. На самом деле, ну, это подгонять не так сложно. Минуту, может, это займет. В общем, когда вы подогнали, все, да, вот, у вас все устраивает. Вы опять сюда нажимаете. А, не, не сюда. Вот сюда нажимаете. И make compositing parent. Оп. Все. Видите, и теперь две картинки. Вот видно, да? То есть вы как бы... Ну, это я не подогнал, а если бы подогнал, они бы идеально совмещались. Вот так это реализовано в Sony Vegas. Сейчас я кашлять буду. А, ну тут закрыто это. Ну вот. Вот так это можно сделать. На этом все. Пока-пока.